В Махачкале прошел 5-й этнофестиваль студентов-иностранцев. Они рассказали о культуре и традициях своих стран, показали элементы национальной одежды, украшения, приготовили блюда. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Манная крупа, эгусы – это нигерийский суп и бижутерия. Студенты из Зимбабве представили на своем подворье национальную кухню и украшения родного края. Аванде, студентка второго курса ДГМУ, признается, что Дагестан полюбила за верность традициям и решила поделиться с гостями фестиваля культурой своей родины. Потому что Дагестан – это очень хорошее место, да? И я хотела другая культура, именно чтобы улучшить себя. Поэтому я выбрала Дагестан. Это подворье студентов из Афганистана. Здесь иностранцы в национальных костюмах рассказывают про обычаи и традиции родного края. Рядом переводчик. И у них каждый штат и каждый город есть разные костюмы, разные шапки. В ДГУ есть фонд сувениров, которые им подарили международные студенты на память о себе университету. В их коллекции сотни атрибутов со всех стран мира. Это статуэтки, картины, коллекционные тарелки и деревянное панно. Собирать их начали 40 лет назад. Елена Мигаева, преподаватель факультета международного образования, рассказывает, как зародилась университетская традиция. Вот один студент из Камбоджи, его звали Чан Ротх. Я помню всех студентов. Он сказал: я хочу подарить вам на память сувенир. Вот Камбоджа. Я хочу подарить вам на память о себе. И с этого все началось. Сейчас в Дагестане обучается более 3000 иностранных студентов. Для их социализации и знакомства с традициями всех народов и проводится этот этнофестиваль. Чтобы они возвращались сами сюда и провозили с собой свои семьи, своих родственников, своих близких людей. То есть рассказали о Дагестане, каков он, какие, значит, народы, какова наша природа, какие у нас художественные промыслы и все то, что называется дружбой народов. Этнофестиваль продлится до 26 ноября. В программе «Круглый стол», где преподаватели вузов региона поделятся опытом работы с иностранными студентами, также запланирована экскурсия по туристическим объектам нашей республики. Так участники смогут лучше узнать о традициях и истории Дагестана. Вадим Разакаев, Ибрагим Магомедов, Вадим Шамхалов, Юсуп Газиамаров. Время новостей.